Привет, друзья, привет, подписчики и гости нашего канала. С вами Коферма «Мои перепела». Те, кто давно с нами, те это уже знают и умеют, да, и сделали уже не раз по клетке с нашей помощью. Видео предназначено для начинающих, для тех, кто только собирается разводить перепелов и думает, что для этого нужно. Друзья, первое, поздравляю, вы приняли правильное решение. И сейчас мы покажем вам, как сделать недорогую, технологическую, но тем не менее профессиональную клетку, рассчитанную на 30-35 перепелов в зависимости от породы. Смотрите, что у нас есть. Вот мы взяли такую вот заготовку, да, оставшуюся у нас от предыдущих клеток. Это сетка шириной 90 сантиметров с ячейкой 25 на 25 миллиметров. Диаметр проволоки, из которой сделана эта сетка, 2 мм, это сетка горячего цинкования. Будет хорошо, если вы купите такую для вашей будущей клетки. Если такое в вашем регионе не продается, можете брать любую сварную оцинкованную с диаметром проволоки 1,6-1,8 мм. Итак, первое, что нам надо сделать, это сделать ее более-менее ровной. Да, были такие вопросы, как ее выровнять. Вот у нас стол. Вот у нас сетка. Просто об край стола, начиная сначала, по диагонали начинаем ее разгибать. Ничего сложного. Пока мы ей придадим просто более-менее ровную форму. Более-менее ровную форму. Нам пока очень сильно не нужна абсолютная ровность. Это мы сделаем потом, когда у нас будут уже отдельные заготовки. Вот мы ее более-менее разровняли, тут у нас места не очень много. Начинаем пилить. Значит, смотрите, нужна нам вот такая вот у нас уже видавшая виды небольшая болгарка. Первое, что мы сделаем, это вот отрежем вот эти края, чтобы у нас был ровный край. Вот смотрите, как мы это делаем. Мы отмерили край у нас теперь ровный. Теперь отметим 17 ячеек. И таких заготовок мы сделаем 2. Это будет верх и низ нашей будущей клетки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. После 17 отметили. Начинаем пилить. А длина птички. 90, да, у нас? Длина 90, угу. Да. Птички у нас стрессоустойчивые. У них еще из инкубатора уже заложено это стрессоустойчивое. Сейчас они дрыгаться будут, а потом успокоятся. Вот у нас готовы две заготовки. Это будущий верх и низ клетки, да? Еще раз повторю, у них размер 90 сантиметров длина. 42,5 ширина. Это у нас 17 ячеек. Откладываем их пока в сторону. Следующая, которая нам нужна, заготовка, это задняя часть клетки. Отмеряем 11 ячеек. 11 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Отметили. И начинаем пилить. Отмерили заготовку, она у нас, соответственно, размер 90 сантиметров на 27,5, это 11 ячеек. Это у нас будет, еще раз повторю, задняя часть. Откладываем ее туда же и пилим еще одну заготовку, те же самые 11 ячеек. Это будет у нас две боковые части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Отметили. Начинаем пилить. Вот мы отпилили еще одну заготовку. Теперь нам надо ее разделить на две одинаковых части. Это у нас будут боковушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Отмечаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Отмечаем. Вот эти две мы выпиливаем, чтобы у нас получилось две одинаковые заготовки.
нас получилось две вот таких боковушки. Две боковушки. Их пока тоже откладываем. Осталось нам сделать переднюю часть. Вообще ее нужно делать из сетки 25, ячейкой 25 на 50 миллиметров. У нас такой сейчас не нашлось. Она не везде продается. Поэтому сделаем из 25 на 25, прорезав необходимые для кормления ячейки. Значит, для передней части нам нужна длина, опять же, 90 сантиметров, ширина 6 ячеек по 25 миллиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пилим в очередной раз. Одну нам надо отпилить. Одну нам надо отпилить. Такая вот получилась заготовка для передней части. Нам осталось прорезать в ней отверстие для дверок. Значит, отступаем 7 ячеек с краю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 6 ячеек сама дверка. Снизу оставляем 2 ячейки. Сверху ничего не оставляем. Одну мы уже выпилили, сейчас выпилим вторую. Значит, вот у нас верх. Отмеряем 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И начинаем пилить. Отмеряем 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот у нас заготовка готова, да? Осталось нам сделать две дверки. Значит, смотрите, что еще. Вот, вот так она будет стоять, да? Нижние две ячейки закроются кормушкой. Дальше, это у нас верхние, вот эти вот две посередине, это те ячейки, в которые птицы будут просовывать голову, чтобы клевать корм из кормушки. Поэтому сейчас вот эти вот поперечные мы выпилим посередине. Что мы и делаем. Мы выпилили прок кормления. А, вот еще здесь забыли. Еще здесь надо выпилить. Саша, пилим-то вот как у нас вот спички сидят. Нечего лохнуться. Где кто лучше? Это видео также может ответить вам на вопрос, что за средства устойчивые эти птички перепела. Не читайте ерунду о том, что они там чуть что увидят собаку, кошку и так далее, тут же перестают нестись. Все это бред. Давным-давно они уже привыкли к человеку, давным-давно они привыкли к болгарке, давным-давно они привыкли к молотку. Вот заготовка у нас готова, фронт кормления у нас готов. Осталось нам сделать две дверки и, собственно, дно, да, клетки, дно, на котором будут сидеть птички. Откладываем. Вот мы выпилили две дверки. Мы на дверке мы нашли остатки сетки с ячейкой 25 на 50 миллиметров. Если у вас таких остатков нет, то никакой проблемы. Также посередине выпиливаете по одной перемычке. Саш, хоть бы кто-то из перчатки пожертвовал. А, на перчатки, да. Ну, ничего. Разбогатеем, купим новые. Они дорогие, просто по 10 рублей мы не всегда можем себе позволить. Значит, смотрите, сделали мы дверки с перекрытием, да? То есть они у нас, видите, у нас Господи, как это назвать? Отверстие под дверку, оно не до самого низа, да, здесь будет закрыто кормушкой. А эту мы дверку сделали с перекрытием для того, чтобы...
кормушкой ее прижать. Никаких замков дополнительных у нас не будет. Все, откладываем это все в сторону пока. Начинаем делать дно. Затратили мы на это все, сами видите, где-то пока минут 15-20, наверное, в максимуме, да? Угу. Вот мы взяли для дна рулон сетки. Рулон сетки с ячейкой 12,5 на 25 миллиметров. Сетка изготовлена из 2-миллиметровой проволоки, сетка горячего цинкования. На дно крайне желаемо, дорогая, правда, рублей, ну, в разных регионах, наверное, от 350 на июнь 2017. У нас она здесь под 600 рублей метр стоит погонный. Вот, ширина у нее точно так же 90 сантиметров. Но на дно, конечно, крайне желательно использовать именно такую. Почему? Потому что она достаточно жесткая, она из толстой сетки, она не будет прогибаться под весом птичек. Значит, смотрите, с рулона, да, многие спрашивали, как ее разогнуть. Точно так же, для начала мы ее разгибаем совсем немножко об край стола. Нам нужно отпилить 60 сантиметров. 60 сантиметров. Меряем в этот раз рулеткой. 60. Вот они 60. От край стола мы ее оставим так, да, чтобы не забыть. Сюда мы можем что-нибудь подложить. Не знаю, что. Например, вот ящик. Ящик с инструментом, запыленный птичками, мы подложим сюда, чтобы нам не мешалось, да? Берем болгарку. Видавшую виду нашу болгарку. No name, стоимость 600 рублей. Ссылку давать не буду, потому что не знаю на что. Начинаем пилить. То, что никогда не ведомо девушкам, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как я уже рассказывал, девушки так никогда делать не будут. Сначала отрежут, потом поймут. Проверяем, правильно ли мы отрезали. 60, все правильно. Пилим дальше. Вот мы отпилили заготовку под дно. 60 на 90 сантиметров ее размер. Она у нас не очень ровная. Опять же, по просьбам, да, показываем. На угол стола берем и потихонечку все это дело выравниваем. Выравнивается она абсолютно без проблем. Никаких особых усилий для этого прилагать не нужно. Просто берем, как лист бумаги, да, выравнивали кто-нибудь. Видите, она так уже ровная, теперь у нее вот это, значит, берем вот так вот. Прям такой совсем уж ровность нам не нужна, но просто чтобы она потом все равно скрепится и будет. Жесткая она будет потом все равно. Да. Вот, в принципе, практически и все. Что нам осталось, чтобы заготовка для дна была у нас полностью готова? Нам надо загнуть край. Значит, смотрите, как мы кладем. Кладем на стол сетку таким образом, чтобы продольные проволочки оказались у нас выше поперечных. Потому что по ним у нас будут скатываться яйца. Если мы сделаем наоборот, яйца скатываться будут с затруднениями. Значит, выравниваем две ячейки. Выравниваем по краю стола. Берем что угодно, там брусок. В моем случае уже многим известный специальный, видавший виды уровень, да, который используется только для этого. И по краям крепим с помощью саморезов. У меня саморез один куда-то улетел. Здесь лежал. Где-то он уже на полу. Сейчас возьму другой. Цыпленок вон бегает. Все у нас тут. Сейчас кошка притащила нам бельчонка. Да. А то у нас зверей еще разных мало. Бельчонок, видать, выпал из гнезда. И теперь сидит у нас, мы его откормим. Сейчас покажем. Пока показываешь девчонка, я возьму сериал. Маленький такой. Малыш.
такой маленький. Пуси-пуси. Так что у нас тут сплошной контактный зоопарк. Да, кто к нам дочка собирает, у нас в восторге. Приезжайте с детьми, да. Дочки живое дело. Значит, смотрите, закрепили. Ир, подойди вот с той стороны. Теперь вот, вооружившись молотком, у нас в данном случае пластмассовым, можно деревянным, называется такой молоток киянка, да? Начинаем полегонечку подстукивать с целью загнуть. Помнить при этом нужно одно. Если вы не попадаете по сетке, то почти в 100% случаев попадаете по пальцам. Почему-то, хоть сетка большая, а пальцы маленькие, да, то по пальцам все равно иногда попадает. Загибаем под 90 градусов. Очень любопытно, что же там папа делает такое? Стучит чем-то. Все готово. Откручиваем. Что там у нас упало? Что у нас грустно? На заднем плане. Болгарка. Не выдержав таких издевательств. Все. Значит, дно, господи, край у нас загнут, дно почти готово, финишное выпрямление. Все нормально. Значит, смотрите, вот у нас все, что нужно, заготовки готовы. Сейчас мы начинаем, собственно, сборку клетки. Собираем ее с помощью вот такого инструмента под названием клипсатор. Если у вас такого нет, можете заказать его на известном многим и любимом многими AliExpress. Ссылка на покупку появится внизу, в смысле будет внизу под видео, да? К нему нужны еще вот такие вот скобки, M-образные скобки. Под видео тоже будет ссылка, где их заказать. Ну, там на самом деле самые дешевые, что мы нашли вообще. Значит, смотрите, берем для начала дно и заднюю часть. Заднюю часть мы будем прикреплять к дну. Отмечаем 6 ячеек сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отметили. Начинаем с помощью клипсатора делать это легко и просто присоединять. Значит, первую приделали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще раз проверили. Присоединяем другой край, как Ира меня научила, сам бы я никогда не догадался. Вот, другой край. Сейчас мы его выровняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. То есть от меня тоже польза есть, да? Конечно, от тебя вообще нереальная польза. Вот, вот эта вот формула 5-6, да, то есть 6 у нас сверху, 5 снизу. Она вообще универсальная, разработанная нами. И применимая для изготовления любой клетки для перепелов, независимо от ширины, да, как на 5 перепелок, так и на 40, например, как мы сейчас, ну не на 40, на 30-35, в зависимости от породы, как мы сейчас делаем, да. Теперь, смотрите, теперь у нас верх, берем заготовку для верха. Мы ее забыли выровнять, поэтому мы ее выровняем сейчас, пока это отставим. Вот у нас заготовка для верха, как мы с вами все уже умеем это делать. Хоп-хоп, все готово. На самом деле, конечно, хочу вам, как всегда, сказать, это наш девиз. Вот ошибка очень многих людей, не только в перепилах, да, но в перепилах в частности. Они очень часто усложняют то, что нужно упрощать, при этом не обращая внимания на действительно важные вещи. То есть кто-то закупает там кубометры брусков для этих клеток, кто-то городит там из каких-то там профилей немыслимых 60 на 60, кто-то из рельс сделает, наверное, вот, своровав их на ближайшей железной дороге. Но это ладно, мы пока приделываем вверх, да, крышку. И начинаем это вот так вот легкими движениями делать. Выровняем. Если вы хотите сделать клетки на 10 тысяч перепелов,
Не думайте наивно, что вам для этого хватит вот такого клипсатора. Поскольку вещь все-таки китайская и является по сути расходным материалом, то одного этого клипсатора хватит вам где-то на 1000-2000 голов максимум. Я имею в виду клеток, да, если кто из вас планирует сделать большую ферму и так далее и тому подобное. Поэтому заказывайте их сразу там 5 или 8 штук. Все, крышу мы приделали. Крышу мы приделали. Как сами видите, сборка у нас с этим инструментом легка и проста. Вот у нас две боковушки. Две боковушки. Приделываем одну боковушку сначала вверх. Клетка начинает сама стоять. Чудо чудное и диво дивное. Вертикальную соединяем. Кажется, так легко, Саш. Да, только вот некоторые он уже не очень новый, начинает уже мудрить. Все, скобки закончились. Ставим следующую. Так делается тоже элементарно. Раз вставили. Раз прижали, все готово. Все готово. Так, одну боковушку мы поставили. Ставим вторую боковушку. Ставим вторую боковушку. Ай! Рука стопнула. Клетка начинает приобретать у нас форму, да? Форму. Сейчас мы еще сделаем ее достаточно жесткой. И все у нас будет хорошо. Вот. Напишите в комментариях, кто знает, чем бельчонку кормить. Возраст неизвестен, но Ира показывала. Он небольшой. Малыш. Вот, значит, смотрите, боковушки мы приделали. Что теперь? Теперь нам надо закрепить по бокам дно. Здесь оно у нас закреплено на уровне 6 сверху, как вы помните, да? Теперь вы даже ночью будете вскакивать и кричать 6-5, 6-5. Вот, а если кто-то где-то будет футбол смотреть и будет счет 6-5 или хоккей, да, он сразу вспомнит свою клетку для перепелов и, надеюсь, сразу же вспомнит экоферму «Мои перепела». Такую вот вам я задал, да, программу. Смотрите, от переда, раз, два, три, четыре, четвертая, да, на одну ниже, как обычно, чем сзади. Закрепляем. И еще одну ставим на третий. Все. И точно так же повторяем с другой стороны. Я ее сейчас для этого переверну. На одну ниже. Где у нас одна? Вот она. Раз, два, три, четыре. Прицепили. Три. Прицепили тоже. Все. На одну, правильно? Все правильно. Теперь приделываем дно. Жарко тут у нас становится. Вот так мы ее пожмакаем, сделав ее более-менее ровной. Берем дно. Дно мы тоже забыли выровнять, поэтому сейчас мы это сделаем. Все элементарно. Париться вообще ни с чем не нужно. Скобки есть еще? Есть. Так, приделываем дно. Дно у нас застряло. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и белочку-то и зерно, наверное, тоже можно. Можно и пшеницу насыпать пока. Ну да. Какая разница, орешки, да, или зерно? Приезжайте к нам с детьми. Здесь есть на что посмотреть у нас.
за птичками. Заодно и в мини-зоопарке побываете. Бельчонка, скорее всего, мы себе оставим. Будет у нас. Эти у нас закончились, берем следующую. Ну, себе, не себе, я бы, конечно, выпустил его, но не знаю, посмотрим, вот здесь. Зверей-то у нас мало, конечно, вот кошка пришла опять, вот да? Вот эта вот кошка? Героиня, которую как раз и поймала. Привет, Вика. Зоопарк уже в действии, уже дочка привела подружку смотреть на бельчонка. Малыш. Так, смотрите, клетка, корпус у нас готова. Я на эту сторону поверну, зайди там, потому что мне надо морду приделать. Осталось нам приделать морду. Вот это вот то, что она сейчас кривая. Передней частью, сможешь мне подать, она упала? Передней частью это все сейчас уйдет. Спасибо. Приделываем лицевую часть. Предварительно ее также сделаем ровной. Что-то замерзли у меня птички. Клетка стоит уже собрана. Осталось нам приделать морду. Значит, берем эту переднюю часть. Переднюю часть. Прикрепляем сперва вверх, сначала вверх. И вот когда мы прикрепим морду, жесткость необходимая у нас появится. Вот. Таким вот нехитрым образом. Скобок жалеть не нужно. Все это дополнительная жесткость. Все это дополнительная жесткость. Так, вверх закрепили. Чуть поправляем ее. Крепим бока. Закрепили один бок. Немножко ее подровняем и крепим второй. Практически все. Смотрите, корпус клетки готов. Корпус клетки готов. Что нам осталось? Здесь вот у нас щель. Да, сейчас вот здесь, чтобы яйца у нас не сваливались, мы прикрепим боковушки. Наша клетка практически готова, а осталось несколько штрихов. Выпилили вот мы две таких штучки. Это у нас будут боковушки у яйцесборника. Одну из них уже поставили на место. Сейчас показываешь, да? Сейчас поставим вторую. Вторую с помощью того же крепсатора. Она у нас выровняет заодно яйцесборник. Не очень удобно с ними, но терпимо. Все, осталось дверки. Эти штуки у нас готовы. Эти штуки у нас готовы. Вот они, дверки. Одна на месте. Ровная. Поставили вторую. Все, вот они открываются, закрываются. Открываются, закрываются. А, давай я вот так вот, или как, выходи туда, я ее переверну. Вот наша клетка, это корпус, да, пока? Для нее необходима кормушка, для нее необходим поддон. Поддон, ссылка сейчас на плейлист у вас справа вверху. Или, да, справа, да, это я показываю. Справа вверху ссылка на плейлист. Там вы найдете видео про изготовление кормушки, про изготовление поддона.
А следующее наше видео, вот сейчас здесь появилась ссылка, это про изготовление поилки для этой клетки. Оставайтесь с нами. Вот мы собрали нашу клетку. Она оборудована поилкой. Ссылка на видео по изготовлению поилки справа вверху. Вот, она оборудована кормушкой, она оборудована поддоном, то есть все готово. Все готово. И видео про изготовление кормушки, про изготовление поддона, это в нашем плейлисте под названием «Die Do It Yourself». Ссылка вот. Все, она жесткая, абсолютно жесткая. Все нормально, да. Очень крутая. Клетка готова, уже с птичками, посадили мы в нее 24 эстонских самки, или куда ни поближе покажи, 6 эстонских петухов, они вон радостно, он смотрит, что это за чудо тут творится. Где еда? Где еда? Как видите, им абсолютно просторно, правда, они сейчас 30-дневные, они еще подрастут, но тем не менее, вполне им здесь комфортно. Вот рядом со мной и Шамиль, уже, скажем так, новый владелец этих птичек и этой клетки, да? И сейчас они вместе с ним отправятся на новое место жительства. А дальше еще можно ярус и еще можно ярус. Можно, да, еще ярус, нет предела совершенству, нет предела перепелкам. Оставайтесь с нами, до новых встреч, пожелаем Шамилю удачного роста, спасибо, удачной яйценоскости. Пока!